тебя привет. Мы приехали на чертов стул покурить, тут посидеть. В том году с тобой собирались у нас ездить, тогда с паханом, если ты помнишь, но не доехали. Короче, ну мы ушли оттуда, потому что там костры нельзя разводить, чтобы угли разжечь. То есть всю красоту мы тебе там запишем, а потом я ставлю в это видео, короче, смонтирую. Короче, что хотел сказать, жду от тебя тоже какой-нибудь видос прикольного места. В Тамбове наверняка там у вас набережная вроде красивая тоже есть. В общем, давай, не грусти там, не унывай, не бросай впечатление или что-то там, я не знаю, короче. Давай, все, пока-пока.